Привет, дорогие друзья! Вскроем сегодня несколько посылочек. Начать хотел сразу вот с этой. Заказывал для своего телефона стекло, вот разбилось. Заказал. Вот в этой коробочке должно было быть одно. Пришла она вот такая вот вскрытая. Внутри лежит пупырочка. В ней, к сожалению, ничего нету. Если кто знает, что здесь в комплекте мне не хватает, пишите, пожалуйста, в комментариях. Два комплекта спиртовых салфеток, какие-то вот наклеечки еще. И самое главное, друзья, что меня удивило, что это не стекло, что это просто пластиковая защита. Честно говоря, был уверен на 100%, что заказываю и покупаю стекло. Это всего лишь такая вот защитная, даже это не пленка, это пластик такой достаточно толстый, крепкий. Ну да ладно, если кто знает, что, напишите, пожалуйста, в комментариях. С этим я потом разберусь. Давайте продолжим дальше. Так, вот это у нас, скорее всего, просто светодиоды снова пришли. Много заказывал разных. Пригодятся они на поделках. Да. По 100 штук СМД светодиодов. Белого и желтого цвета. Вот здесь вот у нас. Хорошо все запаковано. Вот такое. Честно говоря, даже уже забыл. Ага, все понятно. Друзья, это держатель как раз для телефона в автомобиль. На руль вот так вот это зацепляется, телефончик висит. Переберусь в автомобиль и покажу вам. Перебрался в автомобиль. Попробую поставить эту штуку на руль. Посмотрим, что из этого получится. Наверное, телефон лучше вот так вот вниз ставить, нежели вот так вот наверх, чтобы не загораживать себе обзор. Ставлю вот сюда вот под руль. Очень легко устанавливается, достаточно крепко держится на руле. Он у меня достаточно тонкий. Попробуем поставить телефон у него. Давайте, допустим, включим навигатор, зажмем его. Держится достаточно крепко. Попробуем проехаться. Проделки святого Валентина. Итак, друзья, в нашем эфире продолжается акция, приуроченная ко дню всех влюбленных, проделки святого Валентина. Самый главный праздник всех влюбленных. Сегодня каждый хочет услышать от близкого человека самые важные слова. Слова признания в любви. У вас есть возможность сделать это очень необычным и веселым способом. Прокатился немного по району. Эта резиновая штука хорошо держится с рулем, ничего особо не болтается. Навигатором пользоваться удобно, не надо тянуться куда-то к стеклу, все под рукой. Приборную доску, в принципе, видно хорошо за телефоном. Очень удобный, полезный аксессуар для автомобилистов. К покупке я вам его смело рекомендую. Видео снимаю 14 февраля, день Святого Валентина, или день всех влюбленных, кому как больше нравится. Всем огромной крепкой любви. Еще увидимся. Пока-пока.